кто придет на разговор и что скажет. Никого загадывать не надо. Кто придет на разговор и что скажет. Для вас, мой зритель. Расклад общий. За личными обращайтесь на WhatsApp, Viber через сообщение. Кто придет на разговор и что скажет моему зрителю сейчас? Очень торопится мужчина. Мужчина, возможно, огненной стихии. Кому ты торопишься? Ой, он прям мчится на... По карте колесница, прям на автомобиле мчится к вам. Праздника души хочет. А, хорошо. А к кому ты едешь? А к кому ты так торопишься? Кому ты, дорогой, так торопишься? К той, которая по поводу него... медлит с принятием решения. Вышла прекрасная королева Пентаклей. Возможно, девушки, знающие себе цену. Девушки, возможно, земной стихии. Это Телец, Козерог и Дева. Вот, так, вот такая девушка, наверное, меня смотрит. Если резонирует, смотрим дальше. Либо девушка, которая очень хорошо знает себе цену. Девушка, которая не позволит себя... не признавать, обесценивать. Хорошо, ты мчишься на всех парах. А в каких-то энергиях? Я понимаю, что ты хочешь праздника. В каких-то энергиях к девушке, которая выпала? В энергиях наполненности, в энергиях спора и борьбы внутренней какой-то с самим собой, в энергиях желания получить и предложить. Ну, в первую очередь, конечно, что-то предложить даме, которая вот у нас выпала, королева Пентаклей. Тут человек идет с любовью, человек идет с любовью. Хорошо, а что получилось между вами? Что получилось между вами, что ты так торопишься? Что получилось между вами, что ты так торопишься рассказать о своей любви? Тут разговор о том, что были иллюзии. Оба партнера находились в иллюзиях. Оба партнера имели неверное представление друг о друге. Так, у нас опять четверка жезлов, и только из другой колоды. Человек, может быть, ребят, может, у кого-то день рождения проигрывается, и, может быть, это ко дню влюбленных расклад получается у нас такой. Ой, человек одинок, так-так, человек одинок и за вами подсматривает. То есть, иллюзии понятно, подсматриваешь понятно, что ты влюблен понятно. А в каких-то энергиях сейчас? Еще одна шестерка пентаклей. В энергиях что-то дать вам, девочки, обязательно ждите. В энергиях сильного притяжения. Возможно, в прошлом тут имела место быть ситуация любовного треугольника. Но разрешается она и разрешится в будущем. Она в пользу смотрящей меня девушки. Да, тут выпадает императрица. Однозначно, к такой девушке, конечно, надо стремиться. Тут идет создание семьи. Девчонки, возможно, у кого-то возвращается бывший супруг. Вот по этому раскладу. Прям уже настроился, прям уже хочет, прям осознал, понял вашу ценность и начинает прорабатывать. Хорошо, а что ты осознал? Давайте посмотрим. Под конец. Что ты осознал, дорогой наш мужчина, который несешься вот стремительно? Что ты осознал? Что ты осознал? А, еще одна карта императрицы, что вы женщина, самое важное в его жизни, что вы женщина сексуальная, что вы женщина для семьи, что вы женщина для души, для тела, что вы можете организовать, помочь ему организовать его жизнь самым наилучшим образом. Еще одна двойка чаш. Ребят, тут разговор о любви. Кстати, сегодняшняя карта дня у нас была на моем телеграм-канале. Подписывайтесь. Двойка чаш. Об этом весь день и разговор. Я вас обнимаю.